Ребята, а ну и перед началом данного видеоролика всем бы хотел порекомендовать такой замечательный канал под названием Сноки. Паренек снимает каждый день видеоролики по CS-очке 1.6, сливает привилегии на разных зомби-серверах. Ссылочку на данный канал оставлю в описании, обязательно подписывайтесь, я подписался, ну а мы погнали к ролику. Дорогие друзья, всем доброго времени суток, у микрофона, как всегда, Рамзес. Друзья мои, перед началом данного видеоролика хотел бы вас попросить, чтобы вы поставили лайкосик, ребят. И если это видео до вечера набирает, давайте, 350 лайков, то сегодня вечерком, ребят, буду для вас стримить. То есть вечером прям, там часиков 6-7 вечера мы с вами запустим стрим, будем играть в CS-очку. Там будем копить паки, будем выживать, будет весело, здорово, будут розыгрыши какие-нибудь минимальные, там буду разыгрывать паки, донат рубли или что-то типа такого. Поэтому, ребят, прямо сейчас облепите перед началом ролика лайкосик, ну а мы, в принципе, начинаем. Кто еще не подписан на канал, обязательно подпишитесь и, конечно же, нажмите на колокольчик. И сегодня будет, в принципе, вечерком стрим, ребят, постримим, поиграем, еще раз повторяюсь, будет весело. Так, короче, давайте быстренько калашик берем себе, берем дигл и, в принципе, последний нож. Вот так он выглядит, прозрачный такой. Кстати, на глаза довольно-таки ярко дает. Давайте мы сейчас пропишем команду Knives, да. Я покажу вам все ножи. Так, это восьмой, получается, невидимость дает. Galaxy пламя вот такой. Далее заморозочка вот такой, ребят. Золото вот такой красивенький. Warhammer Like тоже довольно-таки крутой. Перчатки будущего, мечи лазеры и, в принципе, Galaxy Snoke. Тоже довольно-таки прикольненький меч, он мне очень нравится. Но я, пожалуй, возьму, ребят, Like, да, с Like'ом поиграем. Он тоже довольно-таки красивый, мне он очень нравится, в принципе. Так, давайте броню купили. Нет, без задачи купим, бесконечно патроны купим, маску от вируса, джетпак, как всегда, бесконечную энергию и телепорт, в принципе. И интересно, сколько мы можем гранат-щит закупить, ребят, мне все флудит, что у нас все максимум куплено. Давайте еще одну попробуем гранату щит. Вот так вот, М293. То есть, две гранаты максимум, скорее всего, гранату щит. Или нет, ребят, можно дофига их ставить. Граната щит еще одну купим вот так по красоте. Смотрите, по какое у нас поле получается из этих вот лазеров всех. Ой, из гранат сфер. Вот так оно выглядит, ребят. Ну, прикольненько, прикольненько, ребят, это можно выживать, реально, очень-очень мбово будет. Так, дальше, что у нас, класс зомби я себе поставил, быстренько, цены на привилегии у вас сейчас на экране, можете поставить на паузу, посмотреть, випка всего лишь рубль, супер випка 5 рублей и так далее, можете поставить на паузу, еще раз повторяюсь, посмотреть, купить привилегии сможете через сайт, ну, кслайк.ру, ссылочка будет, как всегда, в описании, я уже офигел, я думал, у меня экран залагал, а это, оказывается, вот такая вот пушка крутая, ребят. Окей, прилетаем на текстурочку, быстренько сейчас закупимся, возьмем себе паки, броню, жизни, все как всегда. Так, здесь также, так, через супер вид меню, паки с броней из жизни возьмем. Далее у нас получается менюшка админа. Везде все, как всегда, ребят, мы понакупаем, понабираем. Кстати говоря, скоро новые, получается, новые рубрики будут. Очень интересно, очень крутые, ребят. Я думаю, они вам всем зайдут, всем понравятся. Будет реально зачетно, весело, в принципе, и здорово. Так, перчатка Таноса, Кракен, призраки, так. Что за кракен? Это ВП-шка получается, да? Окей, давайте с ней тогда сейчас полетаем немножечко, повыживаем. Думаю, будет интересненько. Так, сутреньки, тут такие вот прикольненькие все. Вот, ребят, вы посмотрите, грабом просто берем паренька вот так вот. Ну, реально красивый скин, ребят, ну, согласитесь, мне он очень нравится. Напишите в комментариях, как он вам. Так. Взлетаем на джетпаке, сейчас, короче, по-новому нам нужно закупить бесконечные патроны без отдачи и маску от вируса, и, в принципе, бесконечную энергию, и все, можем вот так вот летать, наслаждаться игрой. Кракен у нас, кстати, это что было такое? А, это способность кракена, на букву Е мы нажимаем, и такой вот шар, ребят, прилетает, кто не знал, кто не в теме, вот, я сам только что вспомнил про него, да, окей, погнали пацанов мочить, зомбаков точнее, потому что, вот, они здесь АПКшат стоят, 2500, 1600, и мы сейчас добьем, но нет, 80 хп я ему оставил всего лишь, ребят, это такое себе, если честно. Так, братишка, надеюсь, ты инфекционку не бросишь, потому что будет очень обидно. Кстати, я его завалил, это очень имбово. Так, подлетаем сразу же сюда, с джетпака выстрелим, и сейчас постараемся, да, йоу, ребят, я его добил. Я на буквочку Е нажал, у нас способность активировалась, и мы взяли его, в принципе, и завалили. Так, ну я думаю, стоит пушку нам поменять, потому что это не сильно такая уж и имбовая. Так, за кросвечение возьмем, хп, броню. Так, Dragon Ball, лазерный миниган.
Давайте лазерный миниган, почему бы и нет. И, в принципе, менюшка команды проекта. Здесь выдать ВСК-шку режим ультра, да, ультра получается, да, это прыжок нам такой дается, да, все. Поиграем с ним. Выдать броню здесь можете, жизни, донат рублей, еще один джетпак. А, это вообще выдавать джетпак, я понял. Так, окей, новый раунд у нас, зараза... Так, что у нас, зомбаки есть, нет? Да, все, это что-то меня телепортнуло просто, или нет? Не-не-не, ребят, что-то не то происходит. Так, а где у нас М9-8, 8, 5, сделать немезидой, успею я сделать себя немезидой, или же нифига не успел? Блин, ребят, ничего, в следующем раунде сделаем себя немезидой. Так, давайте пока что этого зомбака тогда завалим с лазерного миниганчика. Так, вот он здесь ходит, обитает, 7000 хп у него, кстати говоря. Давайте сейчас заряжаем нашу ульту и вот так выстреливаем по красоте. Какие же спрейфы здесь офигенные, ребят. Очень круто смотрится, и онлайн, кстати говоря, на сервачке довольно-таки неплохой. 20 с лишним человек играет, это очень здорово. Поэтому, ребят, прямо сейчас, кто еще не поставил лайк, влепите реально лайкосики, и сегодня вечерком с вами постримим. Будет весело, будет интересно, будет годно, круто, в принципе, и здорово. Кстати, лазерный миниган довольно-таки неплохой, ребят. Он, посмотрите, как стреляет. Только нам нужно купить без отдачи бесконечно патроны, и все, ребят. Разнос, кстати говоря, начинается. Все, полетели, друзья мои, полетели. Сейчас разносик. О, блин, паника, нифига себе, взялся акулы. Кстати, давайте мы тоже акулу возьмем. А, менюшка главного админа находится, вот эта пушка, вот так она выглядит. И здесь спрей, кстати, то есть второй режимчик, точнее, есть. Он очень имбовый. Сейчас я вам продемонстрирую его, друзья. Так, ну заряжайся, акула. Так, почему-то она не заряжается. Сейчас она зарядится, ребят. Я вам покажу ее. Я думаю, вы будете в шоке. Вот, зарядилась она. Давайте мы сейчас, короче, этого зомбака просто-напросто так убьем. И потом уже, в принципе, я вам продемонстрирую этот режимчик в куче зомбаков каких-нибудь. Главное, чтобы кучка зомбаков была. Мы просто нажмем на правую кнопку мыши, и будет, ребят, очень круто, очень весело. Главное, в кучу зомбаков стрелять. Я вам говорю, вот, выстрелили просто, и... Никого мы не завалили, я понял, понял, принял, ребят, обработал. Так, здесь зомбаки есть, вижу, так, окей. А, вот этот АФКшит, короче. Можем на нем покопить ульту нашу, вот эту способность, и уже пойти, в принципе, и выживать. Вот, смотрите, нажимаем правую кнопку мыши, и минус 2 зомбака просто берут и летают. И у этого остается там 3000 хп, сейчас мы его также добьем. Так, давай, родной, быстренько, быстренько, сейчас мы на тебя... Тоже подзарядимся, подкопим энергии, и уже все, энергия у нас, в принципе, скопили мы ее, и нажимаем на правую кнопку мыши, и минус 2 отлетает. Вообще, ребят, реально не пушка, а зверь. Вот особенно при большом онлайне, на маленькой карте, типа 4 World Final, там, или Dust World вообще, там, где маленькая проходимость, то есть эта пушка вообще будет реально в тему. Самое то, вот реально выживать, самое будет то, ребят. Просто вот так уносятся зомбаки... Просто на изи, реально. У него лазерных мин, так, давайте мы также поставим лазерные мины. Здесь одну поставим. Так, братишка, отойди, не стоп меня, найс, меня вытолкнула. Лазерные мины мы пропали, к сожалению, да, ребят? К сожалению, пропали. Интересно, сможем среди раунда сделать управление зомби-модом? Так, управление сервером, сделать немезидой, снайпером? Нет, мы, к сожалению, друзья, мы не можем. Я вообще без понятия почему, но что-то пишется, что не можем. Так, так, мы невидимость включили, получается. А... Так, там что, кулдаун, что-то, кулдаун, что я не прочитать могу, кулдаун, да, инвиза, что такое кулдаун, я вообще без понятия, ребят, ну что-то было написано, ну скорее всего, невидимочка это, имели в виду невидимочку, и нас возродили, это очень здорово, так, все, начинаем выживать, джетпак мой, даже два джетпака моих, да, все, подобрали, и акула даже сохранилась, нифига, ребят, я фартовый сегодня, и вот, я вам об этом и говорю, сейчас мы в кучку вот эту зомбаков выстрелим, будет такое мясо, ребят, вы просто посмотрите, что сейчас будет, так, ага, мы только одного завалили, и у этого 500 кп остается, так, мы джетпак выстреливаем, никого вообще не зацепляем, и вот в этого нужно добить, 300 кп остается, родной, давай, давай, 200 кп, все, завалили, так, на правую кнопку мыши быстренько нажимаем, и хотя бы одного унесем, да, двоих даже унесли сейчас, вообще здорово, здорово. Так, 1000 хп у него остается. Быстренько его сейчас еще добиваем. Давайте на джетпаке выстрелим. 150 хп, 32 и все, добил. У нас ульта, кстати, заряжена уже. Сейчас мы сюда в кучку еще также выстрелим. Вот сюда вот, опа, выстреливаем. И сейчас минус, минус 2, минус 3. Блин, красота, ребята, просто. Просто имба лютая, реально жестко. Реально жестко, друзья мои.
Поэтому, если у вас будет желание, заходите на сервачок, повторяюсь, будем вместе с вами играть. Все ссылочки на данный сервачок будут, как всегда, в описании. Напоминаю, ставьте лайки, если это видео до вечера набирает 350 лайков, то сегодня вечерком для вас замучу стрим, ребята. Будем стримить, будем играть, будем выживать, будет весело, круто и здорово. Ну, на этой ноте буду прощаться. Всем спасибо за просмотр, с вами был Рамзи Сидела. Всем хорошего настроения, друзья мои. Всем удачи, всем пока. Пока. Tell me that you love me, even if it's